я хочу сказать, что я наскоро усыпляю любого ребенка на третью песню. Поэтому, да, терпите. Любого, вообще любого. Даже 12-летние вырубаются. У моего сына была любимая колыбельная, и он лет в 5 мне говорит, уже засыпая, и там уже третья по счету должна быть, он говорит, песню про каксун. Какой каксун? Ну, эту колыбельную про каксун. Какую колыбельную про каксун? И он с закрытыми глазами напевает, а любовь каксун, а любовь каксун. Песня про каксун у нас теперь есть. Так, что-нибудь пошустрее, да, надо? Осень такое время, когда почему-то кажется, что все немножечко так заканчивается. Я не скажу, что это песня про расставание, не скажу, что это песня про какое-то, ну, про какое-то завершение, может быть, про какое-то небольшое фиаско. Это авторская моя песенка. У меня прям песенки, мне называли «Мисс Минутка» все время, так, маленькая песенка. Называется «Точка». Постараюсь вспомнить. Свои песни еще труднее вспоминать, чем бардовские, настоящие.